Друзья, всех приветствую. Короче, приехали смотреть участок, который Макс будет покупать. Ну как, он вроде уже там и офер послал, и они вроде как согласны. Ну, как сама сделка, там я не помню, когда, через месяц, по-моему. Ну, то есть, как бы уже 50%, что его. Здесь, наверное, у тебя шишки такие здоровые. Вон, посмотри, смотри вверх, посмотри, какие сосны. Вообще красота. Длинные вытекли. Не, вот эти шишки очень крупные. Что ж это такое? Смотрите, какие гиганты. Вот, рукой сравнить, это больше, чем рука. А есть там орехи какие-то? Внутри? Ну да, это же это. А, где их, это? Наверное, белки пожрали. А, ну их уже просто уже сожрали, да. Но они есть. Ну что, идем, где? Вот здесь это всему участок. Показывай. А это что такое? Ну это соседи кидали. А теперь посмотри, какие соседи у меня, Женя. Какой новый дом. Абсолютно. Отремонтированный, восстановленный. А, слушай, это тот, который продают за 70 тысяч, да? Да, да. Посмотри, какой патио. Ну вот, это мои соседи будут, отлично. Ну слушай, прилично у них. Они сайдингом обшили, а внутри, послушай, там старье все. Место. Соловьи поют, а ты говорил, у меня птиц нет. Кто говорил, птиц нет? Ты что? Если у тебя что-то нет. О, осторожно, бревно. Да, заметь, это древние палки. Они ломаются очень легко. Смотри, а тут у меня даже под дом есть место, Женя. Вот тут шед поставлю. Смотри. Не, и участок надо, отличный. Не надо, деревья особо кирпичные. Вот здесь вот эту всю подлесок надо косить. Да. Но это все очень легко. Это легко. Сосу куплю, я чугу куплю, эту дисковую, не дисковую, а как она называется, бенза на аккумуляторе. Пиль, самая лучшая пила для этого. Ну и все, и вон то до конца, до дороги. А здоровый участок. Ну сколько ты говорил, 15 соток, да? 14 соток. 14 соток? Да это с головой хватит. Посмотри, какая тишина, это затерянный мир. Это то, что я хотел. Соседи, хорошее место, вот это хорошее. Все мое, это все, вот это мой. От пляжа 15 минут, смотри, да? Смотри, какие сушки мои. Я их вообще не буду спиливать. Я только поспилил. Макс, от пляжа 15 минут, да, всего? А вот это, Руслан говорит, это дубки. Это дуб. Он тоже очень полезный. Возможно, дуб. Я дуб не буду убирать. Но, скорее всего, это не дуб, потому что здесь вот эта хрень валяется, а это не с дуба. Под дубом желуди валяются, а это... Какой-то. Ну тогда я его уберу, оно мне не надо, если это не будет. А вот эти все поставляю сосны. Но дубы тоже должны быть. Вот тот дуб, скорее всего. Ну, дуб оставлю какой-то. Но он кривой, я бы кривой бы не оставлял. Да нет, это просто сети часто. Нет, нет, вот это похоже на дуб. Да, вот желуди валяются, вот это дуб, ну, вот желуди. Вот этот дуб я оставлю. Он корявый, нафиг он тебе. Ну и ничего, вот еще один дубок. Это дубки, они... Их полно, вот раз, два, три дуба. Да. Они красивые тоже. Понимаешь, Женя, когда я уберу вот эту всю мелочь, я поспилю вот это... Не, вот эту хрен все пили, конечно. Уберу. Смотри, она уже... Смотри. А, ломай. Блин. Показывай. О, подожди, Макс, смотри. Давай, бей его так ногой, я сделаю фотку на заставку. Да, давай. Ну, ногой бей в пень. Подожди, подожди. Только медленно, чтобы я сфотографировать успел. Ну вроде да, потом. Да, ну, ну я ж видео записываю как. Да. Ну в общем тут термитов я не вижу, Жень. Это все такое древнее, я могу руками все завалить. Вот это все. И здесь такая почва песчаная, что оно все легко будет удалить. Макс, ну блин, мы это уже 3 часа обсуждали. Я тебе говорю, всю мелочь коси, оставляй только длинные ровные деревья. Вот это все коси, да, по церкви. Коси их всех, они нахер не нужны. Не, я не оставлю, мало. Так подцептик не будет места. Вот септик, вот. Вот здесь, да, вот это он будет. А, ну если этого хватит, тогда да. Хватит. Положи здесь какую-то вот крест из палок, сделай. А вот там бревно с палами. Вот. Зачем? Вот положи вторую вот так. А где вторая? И скажи им, где крест, там делайте. Только ближе туда, к соседям. Чтоб к ним все говно текло, правильно.
Да. И вертикально, Женя, подожди. Дай. На, она гнилая. Так, я это нес, чтобы так положить. Так, да. А столб воткни. А где столб взял? Ну вытащи, у нас же крест вытни. Уже есть. Не, она другая. Давайте другую какую-то. Вот это, да? Руслан, а что вот это за дерево? Посмотри, Руслан, вот это что? Ты такое видел вообще? Ну, тут тоже видим разновидность дуба. Не, ну посмотри, какие листья огромные. Ну, скорее всего, дуб. Есть тяжелый здесь? Может? Не, вот тут дубы кривые все, вот эти, это все дубы. А, какой-то он непонятный, да. А вот то в середине, то не дубы. Вообще, такие формирования веток, это дуб. Может, какая-то сорт дуба другой? Да, тут же их миллион сортов. Но видишь, желудей нет, а там желуди валяются. Может, не дает маленький. Ну, я не знаю, я бы вот эту всю мелочь, чтобы нахер пилил. Ну да, вот этот куст надо пилить, он не нужный. Эти дубы кривые, да, тоже бы пилил. Не, кривые это, дубы. Это есть кусты, а это ж не деревья, это кусты. А вот эти деревья оставлю большие. Какие? Вот этот спиливать надо. Сосны оставляю. Я же говорю, это всю кривую а хрень дубы, надо пилить. Надо. А дубы как? Нахер они нужны, они дубы, низкие и кривые. Дуб, вон тот красивый. То не дуб. Вон там вот когда несколько штук. Один ствол оставил. То не дубы, Руслан. То не дубы. Вот тут спиляю. Дубы все, вот они кривые, вот они разорваны. Это не дубы. Это дубы, вот раз, два, три. Это кусты. Не, ну там желуди реально лежат. Ну и что? Это какой-то кустарник. Бесполезный. Ну, короче, не знаю, Макс, оставляй все большие ели, а все, что мелкое, все нафиг пили. А если тебе что-то надо будет, просто посадишь нормально. Вот видно будет, смотри. Да, видно. Тебе же надо место под яблоню, под грушу, под сливу. Ну, смотри, удобно будет здесь заезжать. И тут не надо уже деревья выкашивать. Тут они спокойно вырыют, правильно, Руслан? Мало места, надо выкашивать и надо выкорчевывать. А где им мало? Почему? Вот ширины мало? А, нет, слушай, а им же надо трубы раскидывать. Конечно, там же от бочки ж пойдут трубы куда-то. Это тебе все равно придется вот это все чистить. Надо все убирать. Это тебе где-то, вот да, вот такой квадрат надо будет вычистить. Надо флажочников вызывать все равно. Да, вызывать флажочников. Ну это когда уже мой участок. Да, как будет вызвать, они флажки натыкают. Да, потом тебе надо будет это все зачистить, а потом эти канашки сделать. Блин, а интересно, вот там живет кто-то или нет? Давайте пройдем. Нет никого. Ни одной машины. Нет. Ни одной там. Души. То есть они не живут, я один здесь король. Это все моя улица. Вот это все моя улица. Сюда Руслан, а что ты думаешь, этот песок это сейчас почва или туда? Насыпной, Руслан? Не знаю. Это почва. Да. Это, наверное, почва здесь такая. Я же тебе говорю, сосны не старые. Здесь максимум 30 лет сосны. Нет, так смотри, красиво просто. Женя, отсюда сними вверх. Ну там. Вот, вот сосне 10 лет. 12. А вот там река уже, кстати. Там река идет. Да, она снизу идет далеко. Так вот у тебя пустой лес, можешь сюда за грибами ходить. Так вот это все мое еще. Вот этот поворот, это тоже мое. Ты знаешь, сколько здесь грибов много? Грибов валом. Да вообще офигеешь. Сейчас... Ты ходишь сразу на одном месте каждый день набираешь. А, ну короче, здесь, я думаю, никто не живет. Это у них просто... Женя, покажи участок. Выяснишь, потом, если никто не живет, будешь к реке ходить. Размеры. Видишь, ну и форма, и размеры, все нормально. Он отличный, и площадь. Ну, я не думаю, что сейчас стоит туда идти. Ну, когда ты тут обживешься? Нет, туда идти нет, а в этот лес когда можно я ходить. Жить, я могу ходить. Вот дерево еще можешь так забрать вот, себе. Нет, ходи, бесхозное реки, валяется. Ловить рыбу. А здесь вон куча грибов. Друзья, а это у меня самая длинная по этой улице. Кстати, и черника же должна быть здесь. Макс, первым делом строй такую печку, как у меня из кирпичей, чтобы жечь все вот это дерьмо. Скорее всего, черника. 237 фит у меня какие-то. Идет. Какие-то, вот такие мелкие, это черника. Черника? Должна быть, да. Ничего себе, так что я могу есть ее? Ну, я не уверен, но вот так, такого плана на таких кустах черника растет. Я ставлю тогда. Ну, вот тут, может, это не оно? Ну, мусор у меня накидали, смотри. Не, это какая-то дрянь, фу. Вот кто похоже, это не руку завоняло. Расчистишь площадку когда, и на открытой площадке потом все спалишь. Это строительный мусор. Видишь, две кучи вот этих. Конечно. Его давно кинули. Строительный мусор, он на дорогу раскидаешь. Макс, я говорю, построишь печку с кирпичей все, что, и все спаливать. Все, что горит, все спалишь. Да, все спалишь. Тебе все равно здесь кучу кустов, деревьев здесь надо еще будет жечь. Макс, покупаешь бочку за $20. Ага. И не спалишь. Конечно. Ну да, не, я в бочку просто особо много не насыешь, да, а в печь там можно кидать мое еще, вот, сколько вот, хочешь. Ну да, и вот все, сосед пошел. Смотри, вот канава, скорее сосед. Всего. Вот от канала все твое. Да, Руслан, ну вот соседский, который вот этот да. В продаже. Вот.
правая часть канавы это твоя. Это мои сосны, потому что я забор сюда поставлю и все. Мне не надо никаких соседей. Я бы ничего не ставил, оставил бы кустов полосочку и забор нахер. Ну или насажу, да, вдоль линии живу. Да нет, эти постричь. У меня просто собака будет, кот, мне надо, чтобы они не разбивались. Все животные. Ну в общем, друзья, вот такой участок. Напишите, понравился вам или нет. Как по мне, участок шикарный. И по размеру, и по тишине, и лес хороший. Размер 0,34. Ну как бы просто и цена. Это сколько получается? Это 14 суток. То есть как бы я считаю, по этим деньгам просто идеал. Так тишина, да? Никто рядом не может. Но мы цену не будем, да, говорить? Да не будем ничего говорить. Но видите, Макс пока цену не говорит, но он может... Когда купит, уже скажет, но... Сейчас процесс идет оформление. Но цена хороша за такое, вот. Да вообще, просто. Ну, в общем, вот да, напишите в комментах обязательно, и понравилось вам или нет. Никакой. Я могу здесь любых животных держать. Да, и да. Что хочу, то и делаю. Это очень важно, что нет ассоциаций, делай как бы что хочешь, строй сарай, там, держи кур, такое все. Пока-пока.